Я часто выступаю перед разными аудиториями, и мне задают тоже часто вопрос про пользу диет. Например, насколько полезна диета при сахарном диабете. Вот я пытаюсь заставить человека подумать. Вот у тебя есть сахарный диабет? Тебе прописали диету там такую, без жирного, без сладкого и так далее. Куда денется твой сахарный диабет? Ответ – никуда. Диета облегчает жизнь и при этом абсолютно не способствует выздоровлению. Это когда-то надо понять. Потому что диета, по большому счету, это такая пропись для того, чтобы человек не быстро прогрессировал в болезни по дороге к смерти. Мы за 15 лет собрали шикарную практику выздоровления, оздоровления, самооздоровления от сахарного диабета. Там нет диеты вообще. Потому что диета, она подразумевает тот факт, что, например, при сахарном диабете поджелудочная железа продолжит вырабатывать мало инсулина. В общем, в животе ничего не поменяется. В органе не будет изменений. Мы же предлагаем своим клиентам, пользователям массажно-теплового оборудования, наоборот, поставить вопрос о чем? А если я для поджелудочной железы возьму, да, и организую хороший кровоток, организую работу иммунитета, организую работу нервной системы, то через некоторое время, где-то полгода, чуть больше, наступает полноценная, качественная регенерация всех тканей в поджелудочной железе. Поджелудочная железа начинает вырабатывать достаточное количество инсулина, я говорю про диабет у взрослых, как и вырабатывала раньше. Так, собственно, происходит выздоровление от сахарного диабета. Как это сделать? Как это правильно, собственноручно сделать? Как правильно, собственноручно улучшать кровоток в поджелудочной железе, улучшать иммунитет, его заботу про поджелудочную железу, как правильно улучшать состояние нервной системы при сахарном диабете, при сахарном диабете или для его профилактики тоже. Вот это мы обучаем на первом курсе, ссылочка на который есть прямо в описании к этому видео. Вы можете туда заходить, регистрироваться, и мы вас готовы обучать тому, как выздоравливать от сахарного диабета и его не допускать, то есть сделать качественную профилактику. Ну и вопрос был вначале, а диета-то тут при чем? Я бы хотел услышать ваши комментарии про диеты.